Чемодан уже готов, собран. И сейчас готовлю нам перекусы. Вот такие сделала из слоеного теста и сосиски, кругляшки такие на закуску. И также бутерброды, на горячий бутерброд, но он уже будет, конечно, холодный, тоже с сосиской, салатом, сыром. Сейчас разрежу пополам и сделаю по пакетикам, чтобы было удобно каждому порционно иметь свой перекус. Подготовила уже два наших рюкзака для того, чтобы их закрыть, поместить. И готова водичка с собой. Вот такой у нас будет перекус в дороге. На часах уже 1:40. Мы тут пособираем все последние вещи, укладываемся и отправляемся уже на поезд. Что прибежали за одну минуту до закрытия дверей. Потому что вот этот вот персонаж любитель поспать. Мокрые, как не знаю кто, но прибежали буквально минуту спустя, как мы забежали сюда, в салон поезда, мы отчалили. Поездка была буквально над срывом. Мы в Милане. 5 минут, и мы должны бежать на свой автобус в аэропорт. Поездка вся у нас находится на бегу. Бегом, бегом, бегом. Мы на свой автобус опоздали, но это не страшно. Можно будет тот же самый билет поехать немножко позже. То есть он не сгорает, этот билет. Это хорошо.
Все, друзья, прилетели мы в Вену. И вот ищем наш чемоданчик. Ну вот он, бедняжка, без нас прокатался. Но он рот-то вроде не сломался. Все. Мы свободны, мы прилетели. Ура, ура, ура. Шницель, друзья. Венский шницель. Мы тебя попробуем обязательно. Дождись нас, шницель. Карусель, 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 карусель. Все, я такая голодная. Так хочется кушать. И тут еще реклама еды. Все, идем на выход. Первый капучинка большой. Еще взяли такую булочку. Стоило 3,70 евро. Конечно, дороговато. Ну, мы голодные, будем кушать первый наш завтрак, обед и ужин, наверное. Ждем наш поезд. Зашли в магазин Spar. Прикупили вкусняшек на перекус в отеле. Вот такие булочки с начинкой ореха. Стоило буквально там вообще пару евро. Даже, по-моему, 3 евро, кажется, за все отдали. В общем, очень экономичный магазин оказался. Мы в следующий раз пойдем, сходим в другой Spar, в Lidl, посмотрим, какие там цены, какие там продукты. Сейчас мы вот тут стоим и ждем наш поезд. Потом спускаемся туда вниз. Смотрите, как здесь красиво украшено такими баннерами. Реклама, и что можно посмотреть потом в Вене. Здесь вот реклама идет музея. Красивый музей искусств. Ждем свой поезд. Вот уже билетик у нас приготовлен. Нам вот с этой стороны будет наш поезд. Стоит 8,60 евро. Приедем в наш отель. Стоим, пока изучаем карту метро. Вот если смотреть карту Вены, метро, мы находимся сейчас вот здесь, в аэропорту. Едем поездом вот сюда. Сюда, здесь выходим и идем пешочком наш, вот это вот здесь вот наш отель. Вот такой поезд стоит 20 евро. Он быстрый экспресс. Когда подъезжает поезд, играет музыка. Все, идем уже в наш отель, а заодно посмотрим, сделаем рум-тур. Почти последнее. Вот. Ошибочка. Какой номер? Вот. Специальный код. Код не смотрим. Та-дам! О, как свежо. Мульту фреску. Ну да, как на картинке. Как... Так, у нас две кровати, но ничего страшного. Как на картинке, как в интернете. В принципе, все совпало. Что очень радует.
Здесь очень молодой строится район, поэтому все в таком новостроенном виде. Все достраивается. Ну, все чистенько, аккуратненько, что нужно поспать и пойти на прогулку. Столик, лампочка, маленький место для одежды, вешалка, туалет, ванная, самое главное. Туалет, плед и ванная душевая. Очень даже неплохо, кстати. Вот такой шоу-рум. Все, а теперь можно наконец-таки отдыхать. Первая наша остановка — это посетить Бельведер, конечно же. Красивейшее место в Вене. И вот сейчас через такие красивые ворота мы пройдем внутрь. Какое красивое место, друзья. Смотрите, какой парк. Везде слышна русская речь. Фабио красавчик. Какое красивое место, друзья. Обалдеть. Все фотографируются. Просто обалденно. Фабио, как всегда, читает. Здесь везде таблички. Красота. Вот мы и дошли до фонтана и до красивого паркового комплекса с раскиданным садом, разбитым. Атмосферненько. Много людей гуляет, очень-очень жарко. Идем на звук фонтана. Отсюда открывается тоже замечательный вид. Вот сейчас рассматриваю клумбу заодно. Что у них здесь растет? Конечно, здесь просто целый микс всего набросано. Никто тут не ухаживает. Видите, много травы растет. Но отсюда вид тоже открывается замечательный. Красивое, красивое место. Бельведер. Здесь раньше жил король. Внутри этого здания находится музей. Потихоньку дойдем до фонтанов. Посмотрим более детально. Какая красивая кафешка. Все, вышли мы из этого здания Бельведера и сейчас идем дальше искать приключений. Фабио с картой, значит, все будет хорошо. Нашли здесь фонтан. Смотрите, какая радуга, когда солнце, жара и вода. Обалденно. Радуга в фонтане. Нашли классное место. Здесь такая точка есть с водой бесплатной, питьевой. Еще сверху распыляет свежей водой. Класс, можно освежиться в жару. Вот это, я понимаю, все ради людей сделано. Сейчас наберем водички и пойдем дальше гулять.
Мы тут гуляем, набрели вот на такой красивый дом. Смотрите, какая красивая архитектура. И вот здесь, я не знаю, это какой-то либо цирк, либо какой-то театр. Очень красивое здание тоже. Архитектура, кстати, в Вене. Вот видно, что очень старая. Очень мне, конечно, понравилась Вена, даже уже по первому дню. Архитектура просто произведение искусства. Не зря в этом городе творили знаменитые музыканты, художники. Гуляем мы здесь по улочкам. Я тут потихоньку снимаю красоту. Конечно, прелесть, а не город. Фабио тут изучает карту. Так, идем, куда показал пальчик. А вот мы, друзья, набрели, наконец-таки, на церковь святого Стефана. Смотрите, что это за произведение искусства. Невозможно описать словами, таких слов, мне кажется, не найти, чтобы описать, насколько это величественное здание, невероятной красоты архитектуры. Оно еще от старины потемнело, ее никто не чистит. Просто невероятно. А здесь лошадки. Моют лошадок. Чтобы потом катать туристов. Какая красота. Thank you.
тут пельмени, амбигаст тут есть. Да, нашли мы здесь магазинчик. Конечно, все с сувенирами. Все, конечно, для туристов. Все сладости с Моцартом и с королевой Сиси. Это шоколад, друзья. Австрийский шоколад. Какая Друзья, у нас прошел сегодня первый наш день в Вене. Мы покушали, хорошо нагулялись. Я посмотрела, что у меня уже 20 тысяч шагов, оказывается, за сегодня. Но это еще не конец, потому что завтра мы планируем пройти, наверное, еще куча-куча мест. Поэтому, друзья, увидимся завтра.